утром ранним. Выезжаем. Нет пробок, нет машин. Вообще классно, легко ехать. Что интересно, еще нет шести, а уже чувствуется, что будет жарко. Минский. Инрин. Я сегодня отсюда. Ты не сегодня раньше, мол? Да. Как никогда. Келик бурлит. Келик шумит. Наполнился водою. Но сезон пойдет. Вот на сейчас. Это вообще вода откуда? Из горки? Чеченский вдоль. Чеченский вдоль? Угу. Значит, это река Терек и в Дагестане, и в Чечне. Чечня наша. Интересно, Турмес. 336 в Астрахань. 200 в Махачкалу. 200? Дети не захотели с нами поехать. Дорога дальняя. Решили остаться у старшей сестры в этом красивом селении.
мы построили. Thank you.
Мы видели, ты как... Ты где сейчас стоишь? Петропавловске на заправке на подъеме. Да мы уже проехали Петропавловск. Какой? Арскири подождем. Арскири, говорит, подождем. А мы разве не проехали Арскири? Так что за красота такая? Что-то желтеет. Это рапс. Рапс. Село называется Дивное. Дивные места. Жалга Дунба.
Золушка. Там два хода исполняется, чтобы сейчас вот все это лето. Люди так много. Стадо большое. Наконец доехали. Вот они встретились. Дедушка со своей любимой принцессой, внучкой. Так, кто тебя сфотографирует? А кто-нибудь?